Пашевич, закид на Абдихолікова, один дотик, и что, студенты забиваются еще раз. И что, это дубль Александра Свирепа, вот здесь капитан. Каже он свое слово, только что промелькнул на ваших экранах Данилу Сокола. Вот глядите, да, один дотик Абдихолікова, и Свирепа просто расстреливая Сокола. Таким чином, голевая передача на рахунку Бабіра Абдихолікова уже есть. Ну и два мячи Александра Свирепы. Становище Славии еще больше ускладняется. Закид от Тимонюка.